Всем привет! Вы на канале Vita Channel. Сегодня у нас вот такие вот два пакетика Pocket Box собачки. Коллекция собачек. Вот пакетик, он такой прозрачный. Здесь вот такая вот коробочка и какой-то вкладыш внутри. Давай открывать. Да. Смотреть? Да. Здесь у нас есть такая вот заготовочка для открытия. Итак, внутри у нас коробочка. Оп. О, две собачки. Вот такие. Вот такая одна. Держи. И, конечно же, мисочка для воды упала. Да. Сейчас мы... Вот такая вот мисочка, маленькая совсем. Для того, чтобы собачкам было что пить. Так. И что у нас тут еще внутри? Коробок. Здесь нарисован такой город. Это для игры, наверное, чтобы собачкам было где играть. И вот такая коллекция собачек. Нам попался пудель. Вот пудель попался. И так. И скорее всего нам попался кокер-спаниель. Вот. Так. Но здесь написано на упаковке, что у нас еще одна наклейка должна быть, а мы ее не видим. Наклейки нет. Забыли нам положить наклейку. Ну ничего, у нас есть еще один пакетик. Давай его откроем. Может, там не забыли о нашей наклейке? Открывай. Да. Трудно открылась. Так, у нас та же коллекция здесь. Вот. И коробочка. Ой, уже все выпадает. Вот, миска уже синяя. Для того, чтобы собачкам... Все падает. Они такие мелкие, что падают. Чтобы собачкам было откуда пить. Также. Вот. Такая... Собачонка маленькая попалась. Скорее всего, спаниель это, наверное. И вот еще одна. А это у нас фокстерьер. Вот такой вот. Держи. Теперь у тебя 4 собачки. И наклейки нам не попалось опять. Может, они забыли о наклейках. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Vita Channel. Всем пока-пока!